Вы приехали ради вашего восхождения, ради паломничества. И в вашем уме должны зародиться определенные вещи, что мы должны в первую очередь добиваться уменьшения мыслей. Я не против страданий, но мои страдания не сильно вам помогут. Поэтому я должна попросить вас не говорить слов «я думал». Затем я заметила, что люди постоянно слоняются без дела. Движения нет, это очень летаргичное движение, очень медленное движение. Как будто они находятся под воздействием опиума или еще какого-то наркотика. Вы должны видеть, насколько бдительны все индийцы, особенно в Махараштре. Они очень бдительные люди. И вы должны достичь такой бдительности. Не просто слоняться здесь, слоняться там, стоять там, а остальные должны идти и звать вас. Мы не выполняем здесь никакой работы, совсем. Это они делают всю работу. Простите, что я вынуждена это говорить. Они те, кто делают все, а мы должны просто переезжать с места на место. Но это передвижение также порой настолько медленно, что вас невозможно собрать в кучу. Как маленьких детей зовут то одного, то другого по какому-нибудь поводу. Это должно быть скоростное движение, это должно быть быстрое движение. Вы должны осуществлять его в очень быстрой манере. Все должно делаться очень благоразумным образом, как это называют. Но я, наоборот, обнаруживаю, что в людях недостаточно этой быстроты. Вы же все не были наркоманами. И те, кто не были наркоманами, должны вытягивать тех, кто ими был. Но получается наоборот. Те, кто никогда не были наркоманами, ведут себя совсем как наркозависимые. Это просто удивительно. У них уходит полчаса на то, чтобы просто спуститься с лестницы. Итак, отныне вы должны быть бдительными, абсолютно бдительными. Что вы делаете? Куда вы идете? Как вы живете? Что вас окружает? Кто эти люди? Узнавайте о них. Заводите дружбу. Старайтесь узнавать их. А также старайтесь делать вещи, которые необходимы для того, чтобы сделать вас весьма подготовленными и бдительными. Бдительность очень важна. На санскрите для этого качества есть слово «дакша», которые, как я замечала, есть у очень немногих людей, и все остальные при этом пытаются стащить их вниз. Я согласна, иногда вы мало спите. Вы можете поспать днем, вы можете отдохнуть в дневное время. Но наша вечная летаргичность — это не то, что поможет нашей кундалини подняться, а нашему вниманию достичь слияния с духом. Затем еще один момент, который я заметила. Это то, что вы сидите где-нибудь, скажем, на музыкальной программе, и внезапно начинаете делать банданы. Это безумие. Или внезапно вы начинаете поднимать свою кундалини. Это глупо. Не нужно так делать. Вы должны сидеть с достоинством, с пониманием. Другие люди смотрят на вас. И нет необходимости делать банданы. Когда я сижу здесь, какой смысл делать бандан? Я даю вам этот бандан все время. Так что не нужно начинать делать банданы и все такое. Мы пришли к определенным выводам по поводу некоторых браков. Некоторых браков. А не всех. И это займет какое-то время, потому что весь список пришел к нам довольно поздно. Так что я не смогу подъехать в Брахмапуре, но я приеду на встречу с вами прямо в Колхапур. Возможно, на программе в Брахмапуре вы сможете насладиться собой и помедитировать. Не тратьте время впустую. Сейчас очень важное время. Вы приехали в Индию, потратив все эти деньги не ради того, чтобы терять время, и не ради какого-то незначительного отпуска. Медитируйте. Садитесь. Медитировать каждое утро. Старайтесь ложиться рано. Старайтесь просыпаться рано. Заканчивайте свои дела побыстрее. Старайтесь соревноваться в том, чтобы становиться быстрее и быстрее. И не перемещайтесь с места на место в летаргичном темпе. Вам даже лучше научиться немножко бегать. В Америке все бегают, но когда они приезжают в Индию, я не знаю, что с ними происходит. Они все словно засыпают на ходу. Так что не нужно быть такими. Мы должны уважать свое время. Это очень важно. Время настолько важно. Вы приехали сюда в такое время,
когда все получается очень хорошо. Космос вам очень во всем помогает. Вчера я просто подняла правый канал, Пингала Нади, и стало теплее. Видите, как сегодня тепло? Два дня назад было очень холодно, а теперь стало теплее. Так что весь космос стремится помочь вам. Все стараются помочь вам. Но если вы по-прежнему остаетесь в том же статичном или летаргичном состоянии, они тоже отойдут в сторону. Поэтому, пожалуйста, следите и соревнуйтесь в том, чтобы вставать раньше. Соревнуйтесь в том, чтобы заканчивать прием ванны раньше. И аккуратно обращаться с вещами. Все вы должны содержать вещи в порядке, быть благоразумными и быть быстрыми. Затем, вы не должны заниматься всеми этими внешними вещами. Не должны уделять внимание абсурдным вещам. Это то, что я также заметила. Ваше внимание слабое. Вы должны улучшать свое внимание. Если вы гуляете или куда-то идете, старайтесь направлять внимание на Мать-Землю. Это гораздо лучше. Лучше держать внимание на Матери-Земле. Вам в голову приходят мысли. Ладно. Просто следите за тем, чтобы мысли останавливались. Даже сейчас я вижу, что у некоторых мужчин и женщин бегают глаза. Это очень плохо. Вы не можете позволять себе такого в сахаджи-йоге. Если это есть, старайтесь опускать свой взгляд. Потому что такие глаза не дают вашей кундалини подняться. У вас должны быть невинные глаза, без всякой похоти и жадности. Затем, я всегда говорю, что все грехи прощаются, но не после реализации. Они добавляются, а иногда сильно умножаются. Если после реализации вы снова принимаетесь творить все эти абсурдные вещи, вы улетите вниз очень быстро, очень-очень низко. Настолько низко, что мы не сможем поднять вас наверх снова. Так что будьте осторожны. Думать, что все грехи прощаются, и что мы можем направлять свое внимание куда угодно, смотреть в ту сторону, в эту сторону, всех подряд разглядывать, это нехорошо. Пожалуйста, взгляните на эту женщину. Куда она смотрит? Спросите ее. Ее внимание улетучилось. Куда вы смотрите? Вы смотрите по сторонам, туда-сюда. Так не годится. Вы должны четко держать свое внимание. Если кундалини должна подняться, держите свое внимание в центре. Не позволяйте ему уходить то в один момент, то в другой. Вы приехали сюда с большими трудностями, так что сейчас не теряйте свое время. Снаружи смотреть не на что. Все находится внутри. Понятно? Поэтому, пожалуйста, не направляйте свое внимание по сторонам, а старайтесь помещать его внутрь. На пудже, конечно, все это срабатывает. Вы действительно хорошо себя чувствуете. Внезапно вы поднимаетесь, я согласна. И тем не менее, происходит так, что на пудже я обнаруживаю, что вибрации не впитываются. Причина в том, что во время пуджи вы должны стараться не думать, а впитывать как можно больше мои вибрации, направлять больше внимания на меня. Раньше я замечала, что когда пелись мантры, ваше внимание рассеивалось. Тогда я сказала, хорошо, пойте обычную музыку. Вы можете подождать 5 минут и не пить чай? Подождите всего минуту, или 5 минут, и затем попьете чай. То есть ваше внимание в этот момент не на пудже, а на музыке. И это своего рода развлечение, которое начинает работать. Я не знаю, что делать, как заставить ваше внимание войти в это состояние. Погрузиться в него как можно глубже. Мы должны усердно работать. Вы видели этого господина, который сумасшедший или что-то в этом роде? Как сильно он страдал? Нам очень повезло, что мы все вместе и можем двигаться вместе с полным пониманием и достоинством. Даже если вы в сахаджа-йоге всего 3 дня, вы можете это сделать, если вы приняли такое решение. Итак, запомните, грехи совсем не прощаются. Они умножаются. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Это очень важное время.
Вы потратили так много денег, так много времени, чтобы приехать сюда. Все вы. Я говорю это не для кого-то другого. Я говорю это для каждого из вас. Садитесь и медитируйте. Держите свое внимание в центре. Все время следите, где ваше внимание. И еще, когда вы говорите, говорите только о сахаджа-йоге, ни о чем другом. Лучше всего говорить о сахаджа-йоге. Особенно, когда вы находитесь в городе, вы заметите, что ваше внимание будет сбиваться. Но если вы крепко стоите на двух ногах, если у вас есть своя собственная личность, если у вас есть своя собственная глубина, ничто не сможет вас сдвинуть, ничто не сможет вас пошатнуть. Так что развивайте свои корни, укрепляйте их глубже и глубже, и твердо становитесь на ноги. Не тревожьтесь из-за того, что случилось то-то или то-то. Также на данном этапе никому из вас не подобает говорить: «Я заблокировался, потому что кто-то вел себя так-то» или «кто-то делал то-то». Это нехорошо. Не нужно так говорить. Вы должны быть в порядке, и тогда ничто не может навредить вам. Если же вы не в порядке, то вы получаете повреждение. Есть множество других вещей, за которыми вы должны следить. Уверена, ваши лидеры расскажут вам о них. Но один такой момент, как мне кажется, заключается в том, что вы начинаете сочувствовать тем людям, которым не следует. И вы не волнуетесь о том, чтобы следить, что не так с вами, но старайтесь смотреть, что не так с другими. Таким способом мы не достигнем улучшения. Мы должны уважать свою реализацию, мы должны уважать себя, и мы должны уважать свою личность. Мы все святые, и благодаря этой святости все самые лучшие небесные вещи снизойдут на эту землю. На нас лежит большая ответственность. Мы должны быть чистыми людьми, простыми людьми. И все наши осложнения должны отпасть. Я надеюсь, что мои слова сработают на вас как мантры, и что все вы будете стараться следовать пути восхождения, а не упадка. Не разговаривайте слишком много обо всяких вещах, особенно до медитации и после медитации. Старайтесь сохранять молчание какое-то время. Молчание уже само по себе замечательно. А также, если есть какие-то мысли, тогда вы должны говорить: «Не это, не это, не это». Беспокойства не должны выбивать вас из равновесия. Никакие беспокойства. Я надеюсь, в этот раз мы достигнем многого, потому что у меня есть такое предчувствие. И в этот раз на всех пуджах я действительно работаю очень-очень усердно. Очень усердно. И если вы, люди, совсем-совсем немножко решите, что вы здесь не ради наслаждения, покупки одежды или сари, или еще чего-то, а ради вашего восхождения, если вы решите это в своих сердцах, я уверена, это сработает. Пожалуйста, старайтесь контролировать свое внимание. Контролируйте его. Читта Ниродха. Контролируйте его. Куда оно уходит? Следите, где мое внимание? Спрашивайте, куда уходит внимание? Спрашивайте себя, внутри я или снаружи? В противном случае у вас будет очень странное осознание. Очень нелепое осознание. Не то, чтобы вы были глупыми или неспособными понять, что я говорю. Просто все, что я говорю, не будет усваиваться. А даже если усвоится, то будет использоваться для других. Мать сказала так, значит, это вы такие, а не я. Если вы понимаете этот момент, очень хорошо. Все очень сильно улучшились, придя в сахаджа-йогу. Все обрели большой внутренний покой и радость. Что мы теперь должны сделать? Это достичь наивысшей точки, где никто не сможет вас тронуть, где вы будете касаться других, а не другие затрагивать вас. Они будут просто подниматься к вашим стопам, и тогда вы должны вытягивать их наверх. Я надеюсь, в этот раз нам удастся все это отстроить. Фактически, в композиции, которую она исполнила, говорилось, что если гуру дарует вам свою милость, тогда миллионы ваших грехов могут быть прощены. Это факт, это правда. Но не после реализации. Никто не говорит, что после реализации это будет прощаться. Все это до реализации. А после реализации вы не должны верить, что это будет прощено. Старайтесь сокращать их.
Сокращайте вещи, которые неправильные, которые идут вразрез с вашим восхождением. Старайтесь сокращать их. Старайтесь сокращать их. Постепенно вы обнаружите, что эго и суперэго — это единственные два греха, которые мы можем совершить, будут уменьшаться, и вы станете чувствовать себя гораздо лучше. Я надеюсь, что вам с комфортом удастся уехать из этого места. А сегодня вы должны были посетить какое-то другое место. Я не знаю, куда вы ездили. Вы ездили в место Тукарама? Ездили? Вы ездили в место Тукарама. Хорошо, понятно. Теперь. Что касается свадеб, о которых спрашивали люди, мы могли бы зачитать имена людей, чьи свадьбы уже назначены в определенном смысле. Если у вас есть какие-то возражения, то вы можете забрать свои заявления назад. Давайте посмотрим этот список. Он в машине? Тогда пойдите и принесите его. Мы не будем назначать свадьбы тех, кто еще не прошли консультации. Сначала получите консультацию, и тогда мы назначим свадьбу, если все будет в порядке. कल फोन करो जल्दी से भेजो कहना यहाँ तो आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू हाँ कोई नहीं कुछ नहीं एक लड़की का नाम है वो तो पिछले साल बात हुई वो तो मुझे पहले ही मालूम है ये क्या ये क्या वो जैसे मदन लाल वो दैट आई नो हाँ देखिए I know. Я знаю. Ее я знаю. Очень хорошо. Эту девушку я видел. Я встречалась с ней. Так что все в порядке. Вы очень сильно заблокированы. Ваша Агия в очень плохом состоянии. Надо что-то срочно с ней делать. В чем дело? Агия очень сильно заблокирована. Вы чувствуете это? На голове чувствуется очень большая тяжесть. Вы были в полном порядке, когда я была там. И внезапно все стало очень напряженным. Старайтесь сделать на себя шубитинг, это будет лучше всего. Избавьтесь от своей агии, хорошо? А также просите прощения, потому что это давление очень сильное. Вы его не чувствуете? Чувствуете сейчас? Вон та женщина, там. Из Франции? Вы. Я говорю сейчас о вас. Агия очень плохая. Вы сами этого не чувствуете на голове? Все это из-за ваших походов в церковь и прочей чуши, которую вы делаете, понимаете? Нельзя этого делать, это очень неправильно. Ходить в церковь и покупать платья в этих местах. Как оно называется, Гавин? В Лорешли и тому подобных местах. Все это приводит к тем же последствиям. Кто посещал эту свадьбу? Поднимите руки, пожалуйста. Пожалуйста, поднимите руки. Из Франции. Патрик, это было очень неправильно. Вы не должны были этого делать. Каждый из вас заблокирован. Абсолютно каждый. Это самое ужасное. Посмотрите на свое лицо, какое оно бледное. Оно пугает меня. Делайте все на себя шубитинг и поймите, что вы никогда не должны ходить на свадьбу в церковь, потому что это не нужно. А затем ходить в Лорешли, чтобы купить там платье и все такое. Это ужасная вещь. You
Вы знаете, что тогда происходит? Однажды мы были в одном таком городе. Все они были в порядке. И я сказала, я пойду отдохну, а вы можете пойти прогуляться. Когда они вернулись, спросите Гавина, он расскажет вам всю историю. Они были заблокированы так сильно, я не могла понять, что с ними произошло. Я спросила, в чем дело? Почему вы выглядите такими бледными и болезненными? Куда вы ходили? Мы ходили посмотреть церковь и всех пхутов. И у нас ушел месяц на то, чтобы вычистить их. Так что не повторяйте снова эти вещи. Я говорила. Таких церквей очень мало, в том числе и во Франции, где не случались бы подобные вещи. К примеру, Шартр. Они говорили, что они там никого не хоронят. А также у нас есть этот Нотр-Дам. Но я не знаю, почему вы это сделали. Патрик, это было очень неправильно. Затем ходить в эту ужасную церковь. Это то же самое. Какая разница? Индийцы перестали ходить в храмы. Совершенно. Не обсуждается. Если у нас есть своя церковь, свой храм, тогда все в порядке. А иначе там будет какой-нибудь ужасный священник, и затем наряжаться в эту одежду, идти в эту странную атмосферу. Это было неправильно. Ваши родственники — сахаджа-йоги. У вас нет других родственников. Вам не нужно больше никому угождать. Если они вами довольны, очень хорошо, а иначе забудьте о них. Не попадайте в неприятности. Я имею в виду, блокируя агью, вы не представляете, насколько сильно блокируюсь я, впитывая вашу агью. Итак, сегодня все те, кто посетили свадьбу, должны сделать на себя шубитинг. И все остальные тоже должны сделать на них шубитинг. Я надеюсь, это сработает. Это ужасно. Я имею в виду, ваша мать страдает так сильно. У меня такое чувство, словно мне в голову вбили огромный гвоздь. Вы не должны вбивать в меня гвозди так же, как когда-то их вбивали у Христа. Вы не должны этого делать. Поэтому я прошу вас, не делайте больше все эти неправильные вещи. Вы должны были это понять. Ладно. В следующий раз больше так не делайте. И, пожалуйста, старайтесь держаться в стороне от всех этих безобразий. Все это негативные силы, пытающиеся стянуть вас вниз. Вы четко это видите, вы это знаете, и все равно уходите в такие места. Сделайте на себя шубитинг как следует. И я бы очень хотела увидеть ваше лицо слегка порозовевшим. Оно совершенно бледно-желтое. Хорошо? Только посмотрите, вы чувствуете агию? Ужасно. Очень больно. Это сказывается на всем коллективе. Если болит даже один палец, маленький палец, вы чувствуете это. Если кто-то делает что-то плохое после реализации, все тело это чувствует, особенно ваша мать. Так что будьте осторожны, вы должны быть очень осторожны. Хорошо? Итак, пообещайте мне сегодня, потому что завтра очень важный день. Пообещайте мне, что прежде чем делать какие-то такие вещи, коллективно или индивидуально, вы постараетесь выяснить, правильно это или нет. Сегодня я говорила с вами предельно откровенно. Хорошо? Да благословит вас Бог. Итак, чтобы отпраздновать те свадьбы, которые назначены, мы приготовили для вас немного сладостей. Хорошо. Затем, все те, у кого появился насморк и простуда, должны знать, что у них больная печень. У них у всех больная печень. Они должны обратить внимание на свою печень. Они должны положить левую руку себе на печень, а правую руку направить к фотографии. Они не должны сидеть в воде. Но они могут сесть в тазик с соленой водой, обратив правую руку к фотографии. Это правая сторона. Те, кто чихают, те, кто чувствуют, что у них аллергия и все такое, просто старайтесь вылечить свою печень, и вы будете в порядке. Все вы, кто подхватил простуду, или те, у кого нос заложен,
или течет. Все вы должны знать, что вы страдаете от проблем печени. Понятно? Так что подходите к этому таким образом. Заботьтесь о себе. Вы столь драгоценны. Теперь вам всем нужно пойти поспать. Завтра у нас пуджа. Я не могу сказать, во сколько точно начнется пуджа, потому что к нам должны приехать люди из Бомбея и прочих мест, и пуджа пройдет в другом месте. Где это будет? Насколько это далеко? Как они тогда поедут? На автобусах? Итак, все вы должны приготовиться, погрузиться в автобусы и приехать в назначенное место. Думаю, что часам к 10 будет нормально? К 10 часам. Но даже на самой пуджи вы должны постараться помочь украсить это место. Не нужно все время вести себя как гости. Вы должны участвовать вместе с ними в украшении, подготовке. Будьте в движении, понимаете? А иначе, как вы заработаете пуни? Есть люди, которые обслуживают вас. Так что вы должны сказать им: «Садитесь, теперь мы поухаживаем за вами». Почему бы и нет? Это здравый смысл. Но кто-то сказал мне, что вы не привыкли к здравому смыслу. К чему же вы тогда привыкли? К нездравому смыслу? Итак, если вы все едите, и какие-то йоги ухаживают за вами, то когда они сядут, вы должны подойти и сказать им: «Теперь мы поухаживаем за вами». Это самый лучший способ узнать друг друга. Не так ли? Да благословит вас Бог.